с историей этого оркестра. Я знаю, что господин Колена, он сделал огромный труд, прошел через немалые трудности для того, чтобы собрать этот оркестр, отрепетировать его и выйти вот на вот эти финальные концерты. Я не успела застать его в Чолпан-Ате, на Иссык-Куле. Вот за вами приехала сюда, в Бишкек. И я рада, что я попала сегодня на этот концерт. Сегодня игрались непростые вещи, сложные, особенно Бетховен, правда ведь? И мне так представляется, что вот этот дебют наших музыкантов, всех музыкантов из Центральной Азии, он был очень важен. Важен не только профессионально, как для музыкантов, но важен то, что эти молодые люди, несмотря на то, что мы живем в разных странах, эти пять странов оказались не просто вот единым регионом, как все это предполагали. Они разные, они смотрят в разные стороны, они по-разному ориентируются. Бывают трения, бывают трудности между нами, но оказывается, нет границ для музыки. Музыка объединяет всех нас. И вот этот оркестр сегодня показал в блестящей форме, как вот они, молодые, могут объединиться, как они могут, как единый оркестр, сыграть столь красиво, столь профессионально и столь значимо. Хочу поблагодарить Джорджа Колена, который прилагает огромный труд. Хочу поблагодарить Европейский Союз, который поддерживает работу этого оркестра, за то, что создан такой уникальный опыт, опыт работы всех вместе в одном оркестре. И этот дебют был сегодня очень успешным. Давайте мы им от души поаплодируем. Пять стран, пять, ну скажем так,